Доброго-доброго денечка, дорогие мои ребятушки. Я вот только после душа хочу сказать вам большое-большое спасибо за ваши комментарии, за то, что написали, чтобы я не мочила спину. Теперь я так моюсь частями, чтобы на спине вот эти вот мои болячки потихонечку начали заживать. Что хочу сказать по сегодняшнему дню. Сегодня 17 января, вчера вот я видео записывала 16-го, и сегодня мне сложнее, чем вчера. Вы знаете, такое ощущение, как будто бы вот этот вирус, вот эта болячка заново начинает как-то возрождаться, что ли. Состояние такое... Такое состояние, как было в первые дни моего заболевания. Опять прихватило горло. Вот все то же самое, прямо горло начало чесаться. Температуры пока нет. Но вот кашель вот этот сухой продолжается. Ой, в общем, ребят, тяжело, сложно. Но я вот все равно взяла себя в руки. Ой, думаю, надо намыться, надо взбодриться. Надо как-то шевелиться. Я даже решила сегодня попробовать выпить кофеек. Не знаю, как он мне зайдет или нет. Много дней я уже просто вот на всяких отварах лечебных, целебных, народных. Решила сегодня кофе поставить. Кофеечек варится. Вчера даже, вот как мне было полегче, я вчера испекла хлеб. Цельнозерновой, но так как у меня не было дрожжей, я приготовила, ребята, на соде. Очень вкусный хлеб, Дима сказал, ему понравился. Катается у нас во дворе грейдер, потому что идет снег. Вчера шел снег, сегодня вот чистят. На улице потеплело. Минус 18, ну где-то минус 18, минус 20 градусов. Вот такая погодка. Ну, снег продолжает идти, ребята. Кофеечек с молоком. И вот небольшой кусочек хлебушка. И с тремя ломтиками сыра. Сейчас попробую выпить. Кофеек выпила. Наслаждение не получила, ребята. Какие-то совсем не те ощущения во рту. И забыла вам сказать, что у меня пропало обоняние. Я вообще не чувствую, чем пахнет. Вкусно ли, невкусно. Вот так вот. Ну, я надеюсь, что все это временно. А сейчас я приготовлю на ужин. Капусту натушу с тыквой, с морковкой, с лучком. Ну, типа овощного рагу что-то. Вот у меня остатки тыквы, капусточка, лучок, морковочка. Хоть мы, девочки, и болеем, но кормить своих домочадцев нужно обязательно. Все нарезаю в произвольной форме. Тыквочка уже здесь жарится. Вот так. Сейчас перемешаю и добавлю еще капусточку и морковочку. Яркие, сочные овощи как раз для поднятия настроения. Капусточка нашинкована. Отправляем к нашим овощам. Капусточка под крышкой постояла, стала более мягкая, податливая. Теперь можно хорошенечко перемешать. Еще минут 10 потушится под крышкой, и потом буду добавлять приправки. Я добавила соль адыгейскую. Черный молотый перчик, измельченный чесночок сушеный, куркума. Что я еще добавила? Вот такую вот вкусная приправа универсальная. Ну, вроде бы и все. Ну вот и все. Наши овощи готовы. Всем приятного аппетита. Тошенька, как обычно, дрыхнет на своем любимом месте. Как только мама кроватку заправляет, все, то ляж тут как тут.
уже спит, сладкий зайчик. Вот так, вот так. Ой, еще и облизывается. Что-то хорошее снится нашему мальчику. Померила сейчас температуру. Температура вообще пониженная. 34,8. Вот так вот. Организм с нами шутит, да? То очень высокая температура, то низкая температура, 34,8. Но я думаю, это все поправимо. Я еще вот что думаю, почему я хуже сегодня себя чувствую. Ребят, вчера ж подумала, что я супергерой, мне легче и могу шевелиться. И как разошлась. Полностью сменила постельное полотенце, намыла, напылесосила все, всю пылюку. Вот знаете, у меня вот дурная привычка, когда только начинаю лучше себя чувствовать, все, хочется как-то выгнать эту болезнь. Я открыла балкон на проветривание. Устроила тут немножко такой холодильничек, видимо, зря. А потом, естественно, вся вспотела после уборки, сходила в душ. Вот как-то так вот все вот это, хлеб пока пекся. И вот, наверное, израсходовала все свои силы. Сегодня, наверное, поэтому и тяжело. Но все равно, вот хоть и тяжело, ребят, не сдаюсь, на диване вообще не лежу, все что-то шевелюсь, что-то делаю. Очень рада, конечно, что температуры нет, но, надеюсь, это 34,8 не критично. Думаю, что потихонечку все наладится. Еще раз хочу сказать вам большое-большое спасибо за поддержку, за комментарии. Девчонки мне многие написали в WhatsApp, что болеют. Точно так же вирусы. Девочки милые, всем желаю только здоровья. Поправляйтесь, обязательно поправляйтесь, лечитесь, чтобы все у нас было хорошо. Ну вот так вот как-то год начался. Надеюсь, дальше будет лучше. И мы выздоровеем, встанем в строй, и все будет хорошо. Никто, конечно, не застрахован от этого всего. Сейчас вообще очень много всяких болячек, и вот эти вирусы все мутируют, и, наверное, не успевает организм наш перестраиваться. Станет полегче, вот, конечно, может быть, завтра хочу сходить я в этот вот у нас кабинет, совершенно отдельный от поликлиники. Есть у нас тех, кто с температурой в поликлинику не пускают. Есть вот этот вот ковидный кабинет, где можно сдать тест, провериться. Хочу сдать вообще, посмотреть, есть ли у меня ковид или нету, или это грипп может такой, или что вот это вообще такое было. Посмотрим. Может, уже он улетучился с моего организма и ушел. Дальше куда-нибудь. Вот. У детей все хорошо. Доченька работает, Андрюша работает, Аришенька в садик ходит. Диночка сегодня написала, что в группу закрыли на карантин с гастроэнтеритом. Ну, у кого-то из детей какой-то вирус, значит, уже такой, как правильно-то сказать, ну, похожий на ротавирус, гастроэнтерит. Понос, рвота, но вот вроде все у Аришеньки все хорошо. Дина говорит, Ариша чувствует себя замечательно, никаких симптомов таких нет. Вот, так что дети работают, Дима работает. Не знаю, сегодня не звонил с работы, вчера пришел вот в 9 вечера, вчера у подружки моей был юбилей. Ну, естественно, я не ходила, Дима после работы сходил, отнес подарочек, поздравил. А сегодня у Диминого папы
День рождения, 17 января, исполнилось Ивану Ивановичу 72 года. Так что вот Дима придет с работы, мы позвоним, поздравим. Конечно же, когда съездим, неизвестно. Посмотрим. Обязательно съездим, когда уже будем оба хорошо себя чувствовать. Вот так вот, ребятушки. Ну, а больше пока новостей нет. Держимся, крепимся, не болеем, стараемся изо всех сил поправиться поскорее. Еще раз огромное-огромное вам спасибо, мои хорошие. Я вас всех целую, обнимаю, я дорожу каждым из вас. Спасибо, что вы у меня есть, спасибо за ваши дельные советы, за подсказки, что купить, как сделать. Спасибо, спасибо. От меня вам, как всегда, теплое-теплое сердечко, ребятушки. Ну и всем пока. И обязательно мы с вами увидимся.